за перепост статьи в социальных сетях. Ее признали виновной в возбуждении ненависти и вражды и приговорили к 320 часам обязательных работ. Уничтожению подлежит даже орудие преступления – ноутбук. 4 года назад педагог опубликовал на своей странице в интернете понравившееся стихотворение. Позже произведение внесли в список запрещенных. Теперь вместо уроков математик посещает зал суда. Атеист Виктор Краснов в интернет-споре заявил, что Бога нет, его оппоненты написали заявление в правоохранительные органы, и дело было возбуждено. Известный блогер Антон Носик признан виновным в экстремизме и наказан штрафом в 500 000 рублей. Российская судебная система чаще карает, чем оправдывает. Доля оправдательных приговоров в России составляет примерно 4,5%. Это жизнь такая. Нет, я не говорю, что все виноваты. Почему все виноваты? Никто не виноват. Такая статистика складывается.